почему я о них вспомнила, наверное, это потому что Оффенбах тоже на букву О начинается. Но вот Оффенбах будут в этом части, что характерно в Англии тоже. Так что все сошло, я не зря ошиблась. Это что касается музыки. Марк Тубусин тоже, елка обязательно, Москву и много интересного музыкального любимого. Это все непременнейшие. Еще да, напомню вам, что если есть желание голосовать, то прикинь, не видит камера света, что меняется.